Международный день медицинской сестры отмечается ежегодно 12 мая. Проводится он под эгидой Международного совета медсестер ICN. Впервые идея празднования Дня медсестер была высказана в 1953 году, но отмечаться этот международный день стал с 1965 года. В 1974 году ICN принял решение отмечать Международный день медсестры 12 мая, в день рождения Флоренс Найтингейл, одной из основательниц службы сестер милосердия. Хорошая медицинская сестра – это награда для врача. Именно на грамотном среднем медицинском персонале держится работа профессиональных врачей. Сегодня, 11 мая, в Алапаевске в кинотеатре «Заря» отметили День медицинской сестры. В этот замечательный день медицинских сестер поздравляли заместитель главы по социальной политике Трофимова Надежда Андреевна, главный врач Алапаевской городской больницы Павловских Александр Юрьевич, помощник депутата законодательного собрания Свердловской области Кирилла Некрасова Ирина Владимировна Мухаева, заведующая Алапаевским центром медицинского образования Аристова Людмила Максимовна, заведующая практикой Алапаевского центра медицинского образования Семенова Рашида Рауфана. Кроме поздравлений, вручали цветы, подарки и грамоты. Нашим медицинским сестрам желаем здоровья, терпения и милосердия.